Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной урок, четвертый, по главе Шмот для поднятия души Яаков бен Года, Яаков бен Нахум, Владимир бен Григорий. И за здоровье Рифуа Шлема. Полина Перл, бат Соня Сура и Светлана бат Клара. Мы остановились с вами. Так Моше уходит. Уходит он в Египет по повелению Всевышнего. Он берет свою семью, берет с собой осла, садит на осла. У него есть жена Ципора, у нее есть двое детей. И он идет. Идет в Египет. И написано. Написано, что он начал готовиться к ночлегу по дороге в Египет. И Всевышний решил его умертвить. Что же, что это такое? Дело в том, что Моше должен был сделать сыну обрезание. Был восьмой день. Написано в Торе, что обрезание делалось на восьмой день. Раз написано день, значит только днем. А уже начало вечереть. А он до сих пор не сделал обрезание ребенку. То есть, если он хотел себе найти оправдание, то он необычный человек. Если мы жили в пустыне 40 лет, и Всевышний не требовал с нас делать обрезание, потому что облако могло подняться в любой момент, и мы должны были встать и идти. И Всевышний нам ничего не говорил. Мы всего лишь единственный Песах отпраздновали в пустыне. Всевышний тоже молчал, потому что мы не обрезались. Когда мы пришли в страну, Элиазар Коэн и Йошуа бен Нуна, они обрезали весь народ. Но не такой человек Моше. Он себе такого позволить не может. Потому что Всевышний с него требует по всей строгости, на толщину волоса. И он готовится к ночлегу. Всевышний прислал змея, змей проглотил его с головы до того места делать обрезание, выплюнул, потом проглотил его с ног до того места делать обрезание. И что происходит? Ципора поняла, что хочет Всевышний. Она взяла острый нож и обрезала крайнюю плоть сына своего. И взяла и дотронулась этой плотью до ног Моше. И Моше ожил. И сказала, тебе нужна кровь, кровообрезание. Перевод есть такой, ибо жених крови ты мне. Мы здесь видим, что Ципора имела право это сделать. Значит, у нее правильный гиюр и все как положено. То, что Моше сбежал с Эфиопии из-за того, что не было возможности правильно жениться, сделать хупу, чтобы это было все как положено, чтобы он, и та невеста ее приняла гиюр, там возможности не было, он сбежал. А здесь мы видим, он все выполнил полностью по закону. Поэтому Ципора выполнила эту заповедь. Вот так. После этого очень интересное место, что Всевышний сказал, что твой брат Агарон тебя встретит. И он обрадуется в сердце своем. Не просто обрадуется, скажет, я тебя рад видеть, а вот именно не показуха, вот настолько чистый человек Агарон, что он в сердце будет радоваться своего брата. Всевышний хотел Моше поставить первосвященником. Но Моше настолько сопротивлялся, что Всевышний поставит в будущем Агарона первосвященником. Агарон действительно руководил евреями в Египте. Он был там старший. От него многое зависело. После этого Моше и Агарон пришли в Египет. Сообщили народу, что Бог явился нам. И написано, что показал Моше все эти знамения. Не знаю, показывал ли он последнее знамение,
выливал бы из Нила воду, чтобы она превратилась в кровь, это я не знаю, но первое, это точно он показал два знамения, когда палка превращается в змея и назад, или рука превращается в прокаженную руку и назад, в плоть превращается. Вот это он все показал. После этого пришли Моше с Аароном к фараону и попросили отпустить евреев из Египта. Моше сказал, кто такой Бог. Всевышний сказал, что не знает такой Бог. Евреев-то не отпущу. Вы идите, вы, Моше и Аарон, идите к своим работам. Дело в том, что левиты не были рабами. Они не подчинились фараону и в субботу не вышли на работу. Поэтому они так и остались. И левиты остались священнослужителями. И так в Египте это и было. Поэтому, говорит, идите к вашим работам. Вы левиты, идите к вашим работам. Вот так вот. И фараон сказал, что ленивые, ленивые, лентяевы, отвлекаете вы народ от работы, и сказал, ничем уменьшена работа евреев тебе не будет. Мало того, им больше никто солому не даст для изготовления кирпичей. Сами пусть собирают себе солому. А норма кирпичей осталась та же. И это требовали египетские надзиратели от еврейских надсмотрщиков. И заставляли издеваться над своими людьми, но надсмотрщики страдали сами, а над людьми не издевались, не требовали так, как хотел им, как повелел им царь Египта, и поэтому они в будущем заслужат стать старейшинами народа. На сегодня наш маленький урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До встречи завтра. Всем всего самого наилучшего. До завтра.